Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 29 января, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Данакта. Это имя имеет персидское происхождение и переводится как «нож». Небесным покровителем его является мученик Данакт Иллирийский, чтец. Давным-давно, во втором веке от Рождества Христова, в одной из церквей города Ивалон служил чтец по имени Данакт. Служба эта была его призванием, ведь он с неистовой силой верил в Господа. В те годы шло ожесточенное гонение на христиан. И вот однажды язычники напали на храм Данакта. Желая спасти церковную утварь, христианин схватил то, что смог, и побежал из обители. Найдя пещеру, святой спрятался туда, держа возле сердца церковные реликвии. Только убежище его было найдено. Одичавшие нечестивцы ворвались в укрытие и стали избивать праведника, а потом потребовали его отречься от Христа. Долго принуждали Данакта поклониться богу вина Дионису. Только святой с насмешкой отказал и назвал их идола бездушным. Услышав это, один язычник проткнул тело святого мечом, а после бездыханного бросили в море. Сложилось, однако, поверье о том, что тело праведника принесло к берегу, на котором его нашли другие верующие, и теперь тело хранится в одной из местных церквей, названной в честь мученика. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Петра, Максима, Леонида, Ивана и Яна. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!